Машенька, привет. Машуля. Маша. Привет. Скажи привет. Будем с тобой играть в игру? Не будем? Давай поиграем. Поможешь мне разложить животных? Давай, помоги. Кто это? Это Нина. Свинка? Да. А куда мы ее положим? Сюда. Все правильно. Это Лялю. А это кто? Лялю. Лялю? А где Ляля? Вот он. Это Ляля? Это Ляля. А куда нам Лялю надо положить? Интересно, какая сюда. Ляля? Сюда. Сюда? Угу. Интересно. А это? Молоко. Вот молоко. Куда молоко положим? Где у нас молоко? Вот там. Молодец. Еще корову. Корову надо, правильно. Вот у нас корова. Куда мы корову положим? Ада. К молоку? Да. Здорово. Еще. Что у нас еще? Мама! Котик? Да. Куда мы положим котика? Туда. Туда, все верно. Еще. Кто у нас еще тут есть? А это кто? Зайчик. Зайчик. Куда мы зайчика положим? Надо. Вот сюда, молодец. Еще. А еще? Это кто? Собака. Куда мы положим собачку? Сначала. Ой, корона принцессы падает. Да. Куда мы положим собачку? Туда. Туда. А что Машенька смотрит? Человека-паука? Нет. Это Анта. Еще. Еще Мишу. Эльзу еще? Да. А, понятно. Ну что мы еще? Так, кто тут у нас еще есть? Вот это кто? Тут это Ко-ко-ко, курочка. Куда мы положим курочку? Вода. Молодец. Еще это. Рыбка, да? Куда рыбку? Да-да. Сюда, умница моя. О, лужа. Лужа. Грязная, грязная. Грязь, да? Куда да. ее надо? Мама, на. Давай, куда надо? Мда. К свинке, да? Да. Хорошо. Сыр. Сыр, правильно. Куда мы сыр положим? Да. Туда, к мышке. Нам надо теперь найти мышку. Где же наша мышка? Вот. Вот мышка. Да, вот мышка. Сама поставишь мышку? Это мама. Ну, мама, давай, мама. Ой, упала. Куда нам мышку надо поставить? Да. Правильно. Умница моя. Так, ну что тут у нас стало самое сложное? Это что у нас? Оттуда. Морковка. Куда морковку? Правильно, зайка любит морковку. Это? Это... Куда нам надо положить такой шарик? Нет, это мото. Это мото. Куда положим? А, это просто? Это мы никуда не будем ложить? Да. Ну, давай куда-нибудь положим. Опа-та-бота. Значит, мама. Мама. Куда мама положит? Да. Вот, крепим сюда клубочек.
Ой-ой-ой, что тут у нас? Тарелочка с косточкой, да? Да. Куда? Это. Кто любит косточку? Собака. Собачка. А это куда? Лялю. Лялю? Это Ляля. Это маленький цыпленочек. Любишь, да? Молодец. Куда мы положим его? У кого у нас цыпленочек? Да. У мышки цыпленочек? Да. А может, у курочки? Нет. Отдадим мышке цыпленка? А может, вот сюда, к курочке? Ну ладно, пускай живет цыпленок с мышкой. Хорошо. А вот это куда? Это... Да. Курочки? Да. Правильно, это у курочки такие лапки. Еще вот это куда? Да. Куда? Да. Туда? Да. А может, это рыбки? Это... Я, честно говоря, сама сомневаюсь, куда это все время. Это? Это хвостик рыбки, наверное, такой. Или плавничок. Били. А это? Это... Бать! Мамочка дорогая, чье это? Это... Это... Тусит наш... Ладно, пускай полежит. А это? Это чье? Это, наверное, собачкина лапка. Да. Собачкина? А это чья лапка? Это... Друзья, вы напишите в комментариях, правильно мы ли мы раскладываем лапки. Чья это лапка? Это... Кому мы эту лапку дадим? Да. Может, котику дадим лапку такую? Пускай будет у котика. Вот. Так, это чье? Корове. Корова? Была. Корове это отдадим? Да. Да. Ой-ой-ой. Ну, даже не знаю. Вове. Ну, пускай будет корове. Я не знаю, куда. Вот и на лобе. Это корове? Да. Или это свинки? Да, пускай будет свинки. Вы внимательно посмотрите, друзья. Что это? И скажите, куда же... На самом деле надо класть лапки. А эту покажи лапку. Это чья лапка? Зайчика? Да. Хорошо. Зайчика. А это? Ну это у нас куда осталось? Это? Собаки. Собаки? Да. А у собаки уже нету места. Это мышки, может быть? Мышки вот это, думаешь? Да. А это собаки? Ой, упала. Ой, упала. Ой, ой, ой. Все, все. Все, все? Все, упала. Все собрали, все правильно, да? Да, еще хочу. Еще хочешь? Да. Ну скажи пока нашим друзьям, скажи, ставьте лайки. Да! Скажи, подписывайтесь на наш канал. Моя хорошая, давай бусю. Всем буси, всем пока. Подписывайтесь на канал, на Машу, на Настю. А мы еще поиграем. И пишите, друзья, куда же нужно раскладывать эти лапки. Ну, цыпленок, понятно, цыпленок курочки. Машенька захотела цыпленка отдать мышке. Все, всем пока.